Здравствуйте, вы смотрите программу «Тьютеры». О всех аспектах процесса обучения в московских духовных школах мы беседуем с теми, кто помогает студентам здесь учиться. То есть с тьютерами. И тема сегодняшней нашей передачи – виды послушаний в семинарии. С вами Михаил Федоров и Альвиан Хилидзе. Наш гость будет с минуты на минуту. Священник Дмитрий Борицкий. Тьютер и преподаватель Московской Духовной Академии. 1981 года рождения. Окончил Северо-Восточный государственный университет, Московскую духовную семинарию, Московскую духовную академию, кандидат богословия. Рукоположен в диакона в 2009 году, во священника в 2010 году. Ваше самое нелюбимое послушание во время обучения в семинарии? Самое нелюбимое послушание во время обучения в семинарии. К третьему курсу это стало ночная вахта, потому что на первом и втором курсе у меня еще были силы сидеть на ночной вахте и считать какую-то литературу. К третьему курсу эти силы иссяхли, и я стал спать на вахте, что категорически запрещено администрацией. Вот поэтому это превратилось в мое самое нелюбимое послушание. А на первых двух курсах? На двух курсах. Нет, как раз таки столовая не было моим нелюбимым послушанием, оно было одним из самых любимых моих послушаний, потому что я видел в нем реальную пользу для себя. Поближе к кухне, подальше от начальства? Нет. Есть такой момент во время послушания в столовой, когда ты дежуришь на мойке, и это случается где-то после обеда, приезжает такой дяденька на машине, и вот баки с отходами, ну отходы, то есть тысяча человек это прием пищи, то есть готовят столовую всегда на тысячу человек. И то, что не съели, вот не съела вот эта тысяча человек, все скидывается в баки. И вот эти баки он забирает для своих свинюшек. Да? Вот. Но бывает так, что эти баки не забираются, поэтому их нужно вывозить ну, на помойку студентам. Когда ты вывозишь эти баки, ты должен их довести до изолятора, то есть это довольно ну, далеко, метров 500, вот, ты ставишь их на тележку, и с тобой еще ну, вот один твой товарищ, вы вывозите их в контейнер, и вот ты, вот, сын секретаря епархии, протеерея, вот, который, когда входил в столовую, вот, в своем храме распахивал дверь ногою, как минимум все говорили, ой, пришел Димочка, там, или Васечка, или Вовочка, это сын нашего батюшки, сдувались те пылинки, и вот со своим товарищем в этом контейнере вываливаешь вот эти помои, да, нередко нужно было залезть в этот контейнер. Но, в общем, очень полезительно и очень для смирения полезно, для смирения полезно. И вот после вот таких послушаний ты начинаешь ощущать себя некой такой клеточкой вот в этом большом организме семинарского братства. Ты понимаешь, что те люди, которые сюда пришли, независимо от того, кем они были, были они детьями каких-то заслуженных протереев или племянниками архиереев, или они были руководителями каких-то компаний больших, есть даже среди нас такие, или они были учеными, или они были просто ребятами, которые ходили в храм и понамарили. Вот сейчас здесь они представляют из себя единый организм. Вот они все равны. И, конечно, после э, мира это большая школа. Вот, и ты чувствуешь какую-то внутреннюю реальную большую духовную пользу вот, после таких вещей. Поэтому вот все эти послушания, вот когда ты... Ну, которые превращались для, тебя в руки смирения, они превращались в любимые послушания. Потому что во время их исполнения было очень трудно, было очень неприятно. Вот иногда даже до отвращения неприятно, но потом человек ощущал ту благодать божественную, которую Господь посылал, вот, чтобы коснуться его души. Ну вот так, наверное. Да, действительно, всякому семинаристу, помимо обучения, нужно еще нести вот эти вот так называемые послушания, то есть внеучебные занятия, которые также обязательны. Давайте начнем с богослужебных послушаний. Расскажите о них. Ну, богослужебные послушания являются основными послушаниями в московских духовных школах, потому что их цель — подготовить священнослужителя, все-таки воспитать священнослужителя. И вот эти богослужебные послушания выполняются на различных уровнях. Старшие студенты, те, которые рукоположены в сан диакона и священника, несут так называемую череду в храме, то есть раз в неделю или раз в две недели они служат вечернее богослужение и литургию. Вот. Ну, таким образом, раз в две недели человек обязательно один раз но служит в Покровском академическом храме или в храме Иоанна Лесточника, что в семинарии. Те студенты, которые помладше, они поют в так называемых десятках. Десятка — это певческая группа, в которую входит определенное количество человек, но обыкновенно до 20. Вот. И она заступает на певческое послушание, опять же, раз в две недели. То есть она поет вечером богослужение и поет богослужение утром. Вот, и таким образом они чередуются вот эти вот десятки. Кроме того, на первых курсах, на младших курсах, это первый и второй курс бакалавриата, студенты несут послушание в алтаре. Какие ну, еще послушания, да. бачка, есть, кроме богослужебных? Угу. Вообще круг послушания семинариста. Ну, эти послушания делятся, наверное, на две большие группы. Во-первых, это послушания обязательные, которые несут все без исключения. К таким относятся, как э, вахты. То есть в семинарии в Академии много вахт, на которых нужно сидеть. На вахту обыкновенно, на сутки заступает один человек. Вот. И каждый студент, он в свое время раз в месяц сидит на той или иной вахте. Затем это для младших курсов это обязательно послушание в столовой. Вот, тоже человек заступает ну, практически на сутки, да, получается, вот, на целый день. Это то, что касается послушаний постоянных, вот таких обязательных, административных. Плюс есть послушания индивидуальные они назначаются администрацией при поступлении человека в соответствии с теми или иными его особенностями скажем так вот кто-то поет в хоре у нас есть восемь хоров вот три смешанных хора где ребята поют вперемешку с девушками три хора академических это только мужские составы и два хора которые поют в троице сергиевой лавре вот затем у нас есть э, послушание какие кроме хора еще кто-то может водить экскурсии в ЦАКе, да? кто-то может э, работать в Ризнице, в Ризнице академии или в Ризнице семинарии, то есть э, обеспечивать богослужение, скажем так. Вот. Кто-то может работать в учебной части, вот, в так называемой писарской, вот. э, то есть составлять журналы, там, списки студентов, потом отчетность по оценкам вести, ну и так далее. Сотрудники Церковно-Археологического кабинета. Расскажите о них. Церковно-археологический кабинет является одним из ну, таких значимых подразделений от Московской Духовной Академии. Это целый музей, вот, около восьми или девяти залов, э -э, содержание которых э -э, это исключительно предметы старины, которые представляют какую-то ценность вот, искусствовеческую ценность, культурную ценность. Э -э, есть начальник. У этого кабинета. И у этого начальника есть штат сотрудников, штат тех людей, которые ему помогают. Это так называемые экскурсоводы ЦАКа. ЦАК расшифровывается как церковно археологический кабинет. Студент заступает на послушание два раза в неделю, в ущерб, к сожалению, учебе то есть во время учебы. В это время он вводит экскурсии, которые приходят из города посмотреть, познакомиться с экспозицией церковного археологического кабинета. То есть любой человек. Да, может записаться на экскурсию, записаться на экскурсию в Лавру и на экскурсию в церковно-археологический кабинет, вот где его проведут, по провед... этому церковно-археологическому кабинету его проведет как раз-таки студент Московской духовной школы. матчика преподаватели как реагируют на такие пропуски? С пониманием. Вот потому что все преподаватели, в основном большинство преподавателей это выпускники московских духовных школ. И во время своего обучения они тоже несли послушание в том или ином месте. И поэтому они понимают, что послушание это в принципе часть нашей системы, системы не только воспитательной, но и образовательной, вот, потому что учеба, да, самообразовательный процесс, учебный процесс, он рассматривается именно как часть послушания. И поэтому, когда э, выбирают учиться, допустим, или вести экскурсию в ЦАКе, и пытаются сказать, что больше, да, что выше, учиться или вести экскурсию в ЦАКе, то мы такой вопрос не ставим, потому что это вещи равнозначные. И здесь вопрос заключается только в том, что сейчас лучше для церкви, да, что сейчас выгоднее грубо говоря для церкви вот, что целесообразней. вот и поэтому если студенту говорят иди веди экскурсию в цаке ты понимаешь, что это нужно для церкви, ты приносишь благо вот точно так же как если бы ты сейчас находился и учил тот же самый греческий язык. Вот хотя конечно безусловно, образовательный процесс, учебный процесс он является нашим первым послушанием. Такое же отношение у преподавателя и к другим послушаниям? К примеру если студент был на вахте и пропустил зачет или он был в столовой, Безусловно, если этот преподаватель выпускник Московской духовной школы вот, или преподаватель, который довольно долгое время преподает в Московских духовных школах, то он всегда будет относиться к такому пропуску с нисхождением, потому что понимает, что без этих послушаний Академия просто перестала бы жить, перестала бы функционировать. Студенты сами обеспечивают свою жизнь здесь. И поэтому отсутствие студентов на лекции по уважительным причинам, вот оно иногда очень необходимо для жизни самой Академии. Насколько сильно подобная загрузка послушаний влияет на учебу? Как это отражается на ней? Я думаю так, что, опять же, по своему опыту и по опыту тех людей, которые учились со мной, все послушания, которые назначаются инспекцией студентам московских духовных школ, назначаются не инспекцией, а назначаются преподобным Сергием. И Поэтому человек, который несет то или иное послушание, всегда находится на своем месте. Это внутренний опыт, то есть его нельзя никак доказать, его нельзя никак объяснить. Но это такое ощущение, которое прошло со мной вместе и с моими товарищами и через всю семинарию, и всю академию. И вот точно так же, как Господь не дает человеку понести сверх его сил, вот точно так же преподобный не дает нам выполнять послушание сверх наших сил. И я уверен, что при соответствующем сознательном подходе к студентам, к своим послушаниям вот, и к учебному процессу все эти вещи можно совместить. Было бы желание студента. Если человек не справляется с учебой и начинает кивать в сторону послушаний, вот здесь, на самом деле, зачастую, как показывает, опять же, опыт, проблема самого человека. А давайте посчитаем, сколько часов и минут остается студенту для подготовки к занятиям. Ну вот прямо постараемся это посчитать. Прямо сейчас посчитаем? Да. да. Ну смотрите, вот если человек, допустим, с утра, да, с 9 часов до, скольки мы учимся, до 3, до 3, до 3 учебный процесс идет, да, час отдохнуть, час отдохнуть, а затем 4 часа, с 4 до 8 свободное время, если у человека нет каких-то таких экстренных послушаний. Вот. Ну, думаю, два часа в человека всегда в любом случае есть в течение дня. Если чай не пить в келье, с а братьями и не болтать. Того, чтобы Если грамотно распределять свое время, то я думаю, этого достаточно. Исходя из того, что вы уже сказали раньше, поделитесь вашим мнением о том, в чем заключается смысл послушания в духовной школе. Ну, во-первых, самый такой очевидный уровень это, конечно, обеспечение да, жизнедеятельности вот, московских духовных школ. Потому что если студенты не будут разгружать картошку и не будут разгружать лук, то и куча-то не будет просто пустой бульон. А без картошки и без лука. То есть студентам нужно как-то себя обеспечивать. Для того, чтобы нанять рабочих, у академии не всегда хватает денег. Вот. И второе, такой уровень глубинный, это очень важный компонент именно духовного становления человека. Послушания нам даны для того, чтобы мы понемножку начинали узнавать себя. Студент, который начинает с того, что приносит дежурному помощнику справки постоянно, и в этих справках написано Освобожден от послушаний, а в свободное время этот студент катается на велосипеде вот, или ходит куда-нибудь с девочками на каток из Регенской школы, вот, о таком студенте может многое сказать посторонний человек, его товарищ. И сам этот студент. Со временем вот, тоже очень многое сможет о себе сказать. То есть совесть когда-то заговорит. Вот, и поэтому вот эти послушания ⁇ это пробный камень для студента. Вот что я за человек, вот, на что я вообще способен. По отношению к послушаниям человек может давать какую-то более-менее объективную оценку самому себе. Вот, то есть если на первом курсе для меня послушания были в тягость, вот, и я, допустим, хозяйственным каким-то работам предпочитал закрыться, спрятаться где-нибудь в какой-нибудь комнате и читать книжку, когда другие люди работают. Вы сейчас говорите о себе, бачка, или в принципе? В частности, я говорю из своего опыта тоже. Вот. И, а на втором курсе, допустим, вот преодолевая себя, я потихоньку уже вышел из затвора да, и начал вот, для меня радостно именно вот это вот общение со своими товарищами, пусть и вот, во время такого неблагодарного, как мне кажется, дела, да, как разгрузка, допустим, лука россыпью то, конечно, я могу только порадоваться за себя и получить некое моральное удовлетворение внутреннее, что в каком-то смысле я себя преодолел. И ведь посмотрите, дальше в церковной жизни священнику это очень поможет, потому что когда человека посылают куда-нибудь на приход, когда человека посылают куда-то в епархию, вот архиерей не будет у него спрашивать, вот, какие книги ты читал, вот, или какой предмет ты любишь преподавать, давай мы именно тебе там, дадим этот предмет. Любишь ты патрологию, ну на, вот, будешь патрологию преподавать. Любишь древнегреческий, будешь древнегреческий. Тебе скажут, так, закончил Московскую духовную академию, буквы знаешь, будешь преподавать церковнославянский, пение и физкультуру. Вот, и через не хочу, через себя нужно будет переступать человеку и делать это. А кроме этого, будешь ходить там, к бабушкам, допустим, в какой-нибудь дом престарелых и проводить с ним беседы. И даже здесь, если здесь я бабушек этих не любил, вот и не ходил по бабушкам, убегал, то там я буду вынужден это делать. И если человек не приучил себя здесь, в стенах московских духовных школ, ломать, то есть преодолевать себя, то там он будет сделать это намного, намного сложнее, потому что не сформирован навык. Вот, поэтому послушание, это, конечно, очень важный и ну, буквально фундаментальный компонент образования в московских духовных школах. Это программа Тьютеры, подготовленная киностудией богослов. Сегодня мы разбирались с послушаниями и с тем, насколько сильно они влияют на учебу семинаристов. С вами были священник Дмитрий Борицкий, а также Михаил Федоров и Альвиант Хелидзе. До встречи!